16-летний Игорь Бадула из теплого крымского города Керчь пишет нам, что считает дни до очередного выпуска фестиваля «Песня года». А своей любимой певице, избраннице Игорь пишет нам: «Думаю, что она очень счастливая и веселая женщина. И что бы она ни пела на бабушку, конечно, она не тянет. Муж у нее Игорь, авторы, с которыми ей посчастливилось создать столько шлягеров, тоже Игори. И мне кажется, что ей везет на Игорей. Кстати, меня тоже так зовут». Ей везет еще и на поклонников. Они шлют ей трогательное объяснение в любви и в письмах осыпают ее поцелуями. Сударь! Да, Алина, весь внимание. «Сударь» — так называется новая песня Игоря Крутого и Ильи Резника. Поет Ирина Аллегрова. «Сударь, вы мне говорили, что вы голубых кровей, кулаком себя в грудь били, что вы родом из князей. Но вчера узнала точно, что отнюдь вы не шарман, что вы родом из рабочих и потомственных крестьян. Я убита на повал вашими словами, я убита на повал вашей игрой. Ничего не может быть нынче между нами, вы отныне не друг мой и не мой герой. Вы мне говорили, что всегда вы при деньгах, что у вас роскошный замок на Багамских островах. Но у вас, я удивилась, только комната одна, и вчера в нее вселилась ваша первая жена. Я убита на повал вашими словами, я убита на повал вашей игрой. Ничего не может быть нынче между нами, вы отныне не друг мой и не мой герой. Я убита на повал вашими словами, я убита на повал вашей игрой. Ничего не может быть нынче между нами, вы отныне не друг мой и не мой герой. Сударь, вы мне говорили, что всесильный вы пророк, но вчера вас осудили за обман и за подлог. Шлю с едой вам передачу и письмо вам это шлю. Презираю вас и плачу, потому что вас люблю. Я убита на повал.